Здравствуйте, дорогие друзья! Как известно, качество полотна напрямую зависит от натяжения нити и расстановки бобин для вязания. Поэтому, если у вас нет возможности, а у меня такой возможности нет, как вы видите, поставить вязальную машину так, чтобы сзади было свободное пространство, есть шикарный вариант дать доступ бобинам на пол, выполнив вот такие аккуратные отверстия в вашем рабочем столе. Делается это просто, быстро, и вы видите, благодаря заглушкам, которые можно приобрести в любом строительном магазине, на любом строительном рынке, очень просто. И у вашего рабочего стола эстетичный вид, а ваше вязание идет абсолютно идеально и просто. А нити подаются в нитеводитель, в каретку, и, соответственно, ваше вязаное полотно свободно и ровно, благодаря чему качество вашего вязания на высоте. Я вам рекомендую разместить эти отверстия прямо под нитеводителями. И обратите внимание, они у меня расположены четко под нитеводителями, немножечко в отдалении друг от друга. При подаче у вас никогда не спутаются обе нити. Это огромное преимущество. Те из вас, кто вяжет со стола, расположив бобины на столе, знают, что такое часто случается, особенно когда вы используете двух-, трех- или четырехцветное вязание. Рабочие нити, одна другую цепляя, скручиваются, что, конечно же, тормозит и ваш рабочий процесс, а иногда приводит и к распусканию некоторых рядов. Если вы используете 3 и 4 цвета, и вам требуется второй нитеводитель, то следующие два отверстия предназначены для второго нитеводителя. Те же, у кого машина Silver, а четырехцветник машины Silver, как известно, имеет 4 струны сразу, то вам еще проще, потому что вы можете вот в таком шахматном порядке расположить ваши нити по одной линии. Вот такие заглушки продаются различных цветов, поэтому вы с легкостью приобретете заглушку в цвет вашей мебели. И это никак не испортит интерьера вашей рабочей комнаты и вашего рабочего стола. С вами была Лорейн Вулхард. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.